Так, главная тема этого часа, последних, да, двух часов, это захват заложников во Франции, двух человек, которых захватили в церкви недалеко от Руана в Нормандии. Сейчас преступники ликвидированы полицией. К сожалению, незадолго до штурма преступники все же успели перерезать горло священнику и ранить еще одного человека. Это случилось в церкви небольшого городка Сен-Этьен-Дюрувре. Сейчас это место неофициально носит звание арабского городка. Неизвестные ворвались с заднего хода во время мессы. Им удалось захватить 5 человек, помимо священника, еще 2 монахинь, 2 прихожан. Одной из сестер удалось сбежать, она и вызвала полицию. По последней информации, нападавшие кричали ИГИЛ. Это аббревиатура запрещенной в России группировки. На место происшествия выехали президент Франции Франсуа Олланд. Кстати, президент республики родился и вырос в Руане в 10 километрах буквально от места трагедии. Церковь Сен-Этьен-Дюрувре находится в пригороде Руана, департамент Южная Нормандия. Вот такой вид открывается с Google карт. Здание церкви, постройка 16 века. Ну, мы можем даже немножко походить по этой улице, виртуально, конечно. И я параллельно расскажу небольшую историческую справку, если кому интересно. Ранее здесь, рядом, находилось аббатство, поскольку его приход к 16 веку сильно увеличился. Была построена как раз эта церковь Сен-Этьен-Дюрувре после Французской революции в 1790 году церковь стала центром коммуны с политическим центром. Поселение стало приобретать городские черты только к середине 19 века, когда была проведена железная дорога. Кстати, о политическом центре. На президентских выборах 2012 года жители кантона отдали голоса в первом туре Франсуа Олланду. 34,9% голосов против 17% у Марин Ле Пен и только 14,8% у Николя Саркози. С 2015 года кантон в совете департамента Приморская Сена представляют Северин Бот и мэр города Сен-Этьен-Дюрувре Юбер Вульфран. Оба, кстати, из коммунистической партии, что интересно.